Сообщение из-за рубежа. Митрополит Одесский Измаильский Агафангел посетил Болград, чтобы проконтролировать ход подготовительных работ к освящению восстанавливаемого здесь собора. История церкви насчитывает 180 лет. Подробнее о визите расскажут наши коллеги. По бездорожью митрополит отправляется в Болградский район. Здесь, около села Виноградное, несколько десятков местных жителей вышли на дорогу, чтобы взять благословение у святителя. Спасибо, Господи, поздравляю с праздничными днями в честь Святого Пасхи. Желаю вам радости, здоровья, мира, добра, согласия, чтобы Господь хранил вас. И уже у въезда в город Болград митрополита встречал городской голова с благочинным Болградского округа протоиереем Стефаном Турлаком. Затем все отправились в Спасо-Преображенский собор, где владыка проконтролировал ход подготовительных работ к предстоящему торжеству, когда предстоятель нашей церкви совершит чин освящения воссозданного собора. Я очень рад, что после уже недавнего посещения этого прекрасного собора здесь много сделано. Отец Степан продолжает трудиться усердно. Мы осмотрели сейчас алтарь, боковые пределы, написано много икон. Наш Одесский собор Одесских святых, которых раньше не было. Прекрасные орнаменты, все тени и купола. Здесь вот он требует мрамор запланировано много огромные труды и средства. Нужно для того, чтобы это святыня здесь стала не только национальной святыней Украины и нашей Украинской православной церкви. Новое дыхание после пожара. Протоиерей Стефан рассказал владыке о работах, которые сейчас проводятся в соборе. В частности, об озеленении и ландшафтном дизайне на прилегающей территории. О работах по укладке мрамора в самом соборе. Также в беседе с городским головой митрополит Агафангел обсудил планы по приезду в Болград предстоятеля Украинской православной церкви и программу его визита.